Привет! У нас сегодня снова челлендж! Челлендж, да, сегодня у девчонок интересный челлендж. Попробуй лопни шар и получи приз. У нас надуты вот такие шары, и в каждом шарике есть сюрприз. В каждом. Можно сказать, беспроигрышный челлендж. Беспроигрышная лотерея. Да, а какой получишь приз Милана и Лика, вы будете определять сами. Вам нужно будет выбрать любой шар, лопнуть его. Вот вам зубочистки, кстати. Оп-оп. Вам... А, вы уже выбрали шары? Вам нужно выбрать шар, лопнуть, достать. Это кто лопнул? Милана, ничего себе, Милана. У Миланы любой что там? Подарок, это у Миланы любой подарок, Милаш, покажи. Будем все лопать. У Миланки. Нет, подожди, подожди. Любой подарок. Это значит, что Милана. Держи, Милаш. Это значит, что Милана получает, выбирает любой подарок. Мы сейчас отправляемся в супермаркет, и Милана будет себе выбирать любой подарок. Класс. Я трусила в этом. Никого не бойся. Лол. У Лики кукла Лол. Ты рада? Да. Девчонки, берут любые шары. Лика взяла такой оранжевый, он единственный. Раз, два, три. Давай, Милашка, аккуратно. Сейчас. Побоится трусиха. Пена, 1 литр. Держи. Милана, пена, что ты будешь покупать? Какая пена-то? Литр, Милан, ты представляешь, литр, это очень много. Что за пена? Для ванны купаться? Пену пойдем выбирать. Милана быстрее лопает шары, чем Лика. Ты держи одной рукой. Улетел? Сюрприз твой. Диайвай, бомбочка для ванной. Вот это крутяк. Лик, ты, кстати, хотела, да? Ну, какой хочешь. Милана выбрала тот шар. Да какой, Милан, выбирай? Вот этот? Эники, бенники, посчитай. Вот этот. Давай, лопайте! Давай. Они так, слушай, громко лопаются. Подожди, не знаю. Вот это вот мои. Девчонки же поперепутали сюрпризы. А какие такой был? Ой, я не знаю. Выбирайте, как вам нравится. Ой, я люблю подарок. Сделала бы так, у меня уже был любой подарок, а у меня лол. Вот. Так что у вас там тоже? У Миланы лол. Мы уже все запутались. Я даже запуталась, я не знаю, какой выпал. Лол блестящий Милане. Милана себе еще будет покупать блестящий лол. А у меня любой подарок. Теперь лол покупает и Лика, а и Милана. Да. А? Вот, у тебя лол блестящая. А подарок любой. А любой подарок. И любой подарок, и блестящий лол, и пена для ванны, целый литр. А у меня лол, яйвая бомбочка для ванны и любой подарок. Лол любой, да? Или блестящий, или что-то? Просто на усмотрение твое. Ну что, девчонки, отправляемся в магазин покупать ваши сюрпризики, выбирать. Да. Погнали. Ну что, Милан? Милане нужно вот этот вот. Милан, Милан, у тебя блестящая, вот блестящая лол. Лика, ты какую будешь выбирать? Не знаю. А? Не знаю. Так. Сейчас выбирай. Здесь Лика. Будет куколка менять цвет. А здесь я не знаю, что она будет делать. Вот этот шар с блестками, просто шар с блестками. Угу. А вот это я не знаю, это недавно привезли, не знаю, что. Ну что, вот ты какую? Здесь две, побольше, поменьше. Нам дайте вот такую вот блестящую. Ну, а вторую? Ну, давайте вот эту. Такую попробуешь? Да. Посмотри, может, такую еще что-то? Да. Давайте вот эту. Где просто не знаю, что там. Вот мы узнаем. Милана, а ты что еще будешь покупать? У тебя еще подарок. Питомца. Ты питомца хочешь? Бомбочки. Да, бомбочку не надо. Питомца. Ну и питомцы нам еще. Мне сейчас нужно выбрать любой подарок, и я хочу морскую соль выбрать. Ну вот морская соль, да? Вот, да. Здесь только. Ну да. Мелисса. А смотри, какая соль.
Это не соль, это бомбочки. А, нет, это шипучая соль. Ну, это бомбочки. Ой, а это пена. Пена Милана будет пену выбирать. Милане литр, да, пены? Да. Ну, так. Кстати, литр. Милана может по пол-литра купить, и будет литр. А, ну да. Так, смотрите, такая вот морская соль. Но это без запаха, просто морская. Ты, смотри, молочный шоколад. Вау. Вот это крутяк вообще. Да, классно. Вот это вот. Еще хочу какую-то розовенькую. Так, а пойдемте еще вон там вот обойдем, посмотрим. Пойдем. А там тоже есть? Да, ну должны быть. А, нет, здесь не соль. Нет, здесь крема. Да, тут маски всякие, крема. Ладно, пойдем туда еще. Мы ничего больше не нашли, поэтому возьмем вот эту вот шоколадом. Ну, я думаю, она будет прикольная, эта соль, да, с шоколадом. Молочный шоколад. Я думаю, она тоже будет прикольная. Я еще хочу вот эту вот. Я обожаю все для Маны. Вика берет две упаковки соли морской. Еще, вот грейпфрут, наверное, будет еще с каким-то приятным ароматом. Ну да, но здесь с эфирным маслом грейпфрута, экстрактом зеленого кофе. О, ну тут, в общем, всякая такая прям красота. Да. Так, Миланка выбирает пену. Это пена? А, Милан, это не то, это гель для ванны. О. Это не то, а смотрим. Ликуль, помогай, где тут пена? Пена, пена. А, вот, смотри, Милан, есть вот такая вот пена. Ой, я хочу такую. Подожди, смотри, есть шоколадом, есть клубника. Но подожди, еще надо посмотреть, где пена. А еще есть пена. Пена. Милан, вот а еще смотрите, вот пена. Милан, это шампунь, это не то, но это не подходит. Ну вот эту возьмешь, но тебе еще надо, тебе надо литр пены. Ты взяла пока только 400 миллилитров. Милан, смотри, есть вот такая. Я взяла вот такие вот какие-нибудь разные, чтобы ни одного было запаха пены. Да? Угу. Милан, ну смотри, выбирай. А вот смотри. Ух ты, Милан. Вот это хочешь? А что это за пена? Антистресс с бергамотом, цветы лотоса. А это что такое? Согревающая мед и липа. Ну какую берешь, Милан, еще? Есть еще, смотри, вот шоколад. Вот такую. Милана выбрала вот такую вот пену. Антистресс для ванны. Будет сегодня принимать ванну. Ты берешь две, да? Малина у тебя, да? А это стеклянная? Нет, Милаш. Короче, Милана берет вот такую. Вот клубника в сливках и антистресс. Что у нас еще осталось? Лика бомбочку. Мне бомбочку и все. И все, и все. И будем открывать лол. Так, идем в азбуку смотреть бомбочки. Думаешь, ты там найдешь? Ну, там были. На Новый год. На Новый год. О, какие тут классные игрушки. Ну что, Лик? Ой, смотрите, такие бомбочки. Ну, тут, видишь, их много разных. Ну-ка. Сниму вот эти вот эти. Все, поставлю пока. Мыло своими руками. Не, ну, не хочу. У меня бомбочки. Смотри. А это так. Что? Это вишня, да? Да. Они вот, видишь... А, нет, это просто... наборы разные, да? Да? Угу. Думаешь, какие? Вишни. Вишни хочешь? Вика, зависла. Да? Не хочу. Почему? Не хочу. Это просто шарики, здесь сердечки. А здесь тоже, да? Вот здесь тоже сердечки. Ой, ананас. Да. Ну давай, выбирай. Эники-бенники, как всегда. Или вареники. Блин, у нас попал. Ну ты как, хочешь вишню, бери вишню, все, пошли. Я не знаю. Ну а кто знает, Лик? Вишня. Вишня? Да. Все. Лика выбрала. Выбор пал на вишню.
Девчонки сделали покупки. Смотрите, я вот такую вот выбрала бомбочку для ванны набор. Лика взяла вот такие вот бомбочки для ванны, спелая вишня. Будет делать дома. Лол. Вот такой вот лол. Сейчас откроем, посмотрим, что попадется. И морская соль. Молочный шоколад и какая-то там всякими эфирными маслами грейпфрукта, в общем, зеленым кофе. В общем, класс. Супер. Лика все себе купила для ванны. И куклу Лос сейчас будет открывать. А Миланка? Я вот купила вот такой. Пена для ванны вот такая, да. Вот. Антистресс с бергамотом. И цветы лотоса. Такую клубничную, клубкой. Да, пену купила. И две куклы Лол. Вот этот Лол вообще очень большой по сравнению, смотрите, вот с моим. Ну да, отличается. Это блестящий, да, Лол? У Миланы было задание блестящий Лол. И... Я еще зря вот такую... Питомец. Да, питомец, да. У Миланы было задание, любой сюрприз. Ну что, Милан, с какой Лол ты начинаешь? Давайте, открывайте. Поможет. Давай, я помогу. Так. Кисточку ага. Это блестящая, да, Лол? Да, это блестящая Лол. Давай. Это татуировка. Ух ты! Никогда это не видела. Давай сюда будем класть, что нам попадается. Держим. Все по порядочку. Какой блестящий. Да? Посмотри. Вот блестящий. Аккуратно. Что, ничего, пожалуйста? Ух ты! А, давай. Ну-ка, давайте, уже не терпится увидеть. Ты тоже, мама? Конечно, куколки Лол. Я тоже люблю распаковывать куклы Лол. Нет, это наклеечка, подсказки. Угу. А конфетка и лимон. Давай, зацеплю. Милаш, там, наверное, красотка, я надеюсь. Я тоже надеюсь на это. Шар красивый. Угу. Так, стоп. Я тоже надеюсь. Это... Красивый такой розовый блестящий, да. Шар. Это то, что она может уметь делать. Подожди, а что она умеет делать? А ты еще непонятно. Непонятно, да? Давай, вот открываем первую коробочку. Что там в пакетике? Аксессуары? Да. Доставай. Платье. Нет, не платье. Не платье? Что это? Какой-то костюм. Это какой-то костюм. Подожди. Там две! Трусики и кофточки. И топик, да, топ такой. Так. Ух ты! Это первый раз у нас. У нас, да, у нас платье. Основном платье. Ой, не зацепила, подожди. Давайте быстрее, я же... Давайте, давайте. Точно красотка. Точно красотка. Бутылочка. Хоть бы она красотка. Бутылочка. Чёрная кисточка и розовая. Да. Так, бежи, доставай. Ой, Лол сейчас укатится. Что это? Бутылочка? Бутылочка, да. Розовенькая. Это другая! Это красотка! Красотка! Это... А у меня волосы, по-моему, блестящие. Блестящие? Идеально! Ну-ка. А что у нее волосы твои? Что у нее волосы? Тут у лысые, что ли? Что с волосами у нашей Лол? Подождите. Все сделано? Все нормально, Милан. Смотрите, какая она! Оригинальная куколка, да? А волосы блестящие? Не пойму пока. Ой, ободочек! Розовенький ободочек. Подожди, сейчас Лика. Голова укатилась. Сейчас Лика... О, опять волосы отскочили. Мне кажется, поломанная. Не, Милаш, не поломанная. Это так вот должно быть. Теперь, Милаш, одевай. Вот, видишь, блестящие волосы. Да, волосы, видите, блестящие. Ободок. Ободок. Ну-ка, давайте. Наряды. Прям совпадает. Смотрите, вот прическа тоже, топик такой, брючки и туфельки. Да. Так, открывайте еще туфельки. Туфельки розовенькие. Розовенькие? Как ободок? А, беленькие. Беленькие. Ободок, мне кажется, вообще нет от нее. Ну, куда тут ободок-то? Да.
Даже не в том стиле она. Ну давайте платье одевайте, наряд, то есть костюм. Покажи туфельки, Милаш. Ой, какие туфельки красивые, беленькие. И тусики зачем? Сейчас увидишь зачем. Она такая! Давай. Прям мне нравится, прям похоже. Понравилась кукла, деле, да? Да? Вот она прям похожа. Ну да. Вот такая вот. Вот такая вот куколка Лол блестящая у Миланы с блестящими, смотрите, волосами. И вот такая бутылочка. И бутылочка. Вот такая вот красотка. Милан, ты довольна? Да. Так, а теперь давайте мое открывать. О, у нее теперь трусики, что ли? Да, у нее трусики. Первый раз такой. Лысая. Она не лысая, там просто снимаются покажи. Волосы. Покажи. Так, давайте тут уберем. Убираем, и теперь Лика будет открывать свою Лол, да? У нас первый раз такой вот цветный шарик. Ну да, розовый блестящий шар. Так, теперь мою. Теперь открываем Ликину Лол. У меня шарик поменьше, чем у Миланки. Ну, нам сказали, это, по-моему, Лол первая, ну, как новенькая, да, что-то? Ну, что-то новенькое, ничего не открывали, не знаю, что там. Что там внутри. Для нас тоже это будет сюрприз. У меня золотой шар. Да ты что? Да. Так, такие вот подсказки. Бутылка. Подожди. Да бутылка советовая. Да ты что? Там не бутылка. Ух ты, очки. Ничего себе. Ой. Это русалка будет, и вот такое русалка. Платье. Русалка. Милан, посмотри, классная. Очки. Не помогу. И вот такая вот одежда, сарафанчик. Очки блестящие. Так, давайте дальше. Очки блестящие. Смотри, здесь что-то. Прям как в оригинале. Вот. Ну-ка, давайте, девчонки. Бутылочка. Вот такая. Такого вот. Оранжевого. У нас такого не было еще. У нас тоже такого не было, да. И шарик. Вот интересно, да, Милан? Да, это прям как в Лоле. Ой. Ух ты. Что-то у нас все куклы попадаются на одну голову побритые. Ну вот у меня полголова выбрита. Это такая мода, Олег. Ты не хочешь такую прическу на 1 сентября? Нет. И полголовы выбри. Вот. Получается. Смотрите, где они? Платьице у нас от вот этой куколки. Волосы у нас от вот этой куколки, но она почему-то не докрашена. Ну, потому что это новая мода, Лик, ты не понимаешь. Давайте, одевайте куклу. Туфельки. А туфелек нету. Посмотрите внимательно. У нее вот такие. А, у нее вот такие типа туфельки. Уже как будто бы одеты, в общем. Челы, давай, челы. А челы? Это лисалка? Да? Это такая модная Лол. Очки блестящие. Ничего себе, красотка. В очках. Ну что, Лика, Милана уже в предвкушении. Хочет открывать своего питомца. Ты готова? Пахнет здесь? Пахнет? Что там пахнет? Не знаю. Ну-ка, понюхали все. Понюхай, прям жвачка пахнет. Ну-ка. Ой, правда. Боря. Милан, таким сладким чем-то пахнет. Шарик какой-то запахом. Ароматизированный шар, по всей вероятности. Мне очень понравился этот шарик. Смотрите, я хочу открыть. Все, Милана уже в предвкушении. Лика, давай, ты с нами. Подождите. Интересно, кто там? О, молодец, сама. Кто там попадется нам? Кошечка или щеночек? Или кролик? Да, вот, видите? Да, кролик. Или собачка. Давай, бумажечка, аккуратно. Подсказка. Для кого-то не то. Желтый стал! Ну да, у питомцев он всегда желтый. Давай, открывай, Милаш.
Ой, чуть не укатился. Опять наклеечки. Только что нам может делать собачка. Кстати, мы еще не проверили, что наши эти могут делать. Да. А, у нас, кстати, был розовый шарик вот этот вот. У нас питомец в розовом. Кто это, Милана? А знаете, чего нет? Чего нет? Песка кинетического. Песка нет кинетического? У нас тогда был песок. Тогда был, да, кинетический песок. Ну, ничего страшного, у нас есть, лежит. У нас такая же. Почему? Она другая. У нас такая же. Не, у нас другая. Такая же. Не, другая. Ну, давайте, одевайте, не скорбьте. Давайте пока посмотреть, что там у нее, Милаш. Бутылочка зелененькая. Что еще тут? Туфельки. Подожди, Милаш, аккуратно. Это какая она? Другая? Да, вот, не видно. Да, другая, да. Ну, не знаю, это собака? Что, какие-то туфли для собаки? Слишком большие. Ты быстрее бегала. А ну-ка, это как? Итак, оп. Все классные лол, но питомец нам понравился меньше, да, всего? Да. Меньше всех. А мне больше всего понравился блестящий. Я вам говорила, что блестящие, они всегда классные. Еще и ароматизированный шарик. Вообще, красотки. Да там дырки нет. Ой. Не, ну питомец тоже симпатяшный. Посмотрите, какой хорошенький питомец. Есть там, Милаш, вон дырка маленькая для бутылочки. Симпатичненький такой. Да, надеюсь, вам было с нами с ней интересно. Не забудьте поставить нам лайк, подписывайтесь на канал Мими Шоу и всем пока-пока! Пока-пока! Алика пошла делать бомбочки для ванны на свой канал. Да.